очень странно, на самом деле, наблюдать все соревнования, которые происходят в Алмате сегодняшним днем Универсиады 2017, потому что, на самом деле, это, я не знаю, или коррупцию надо убирать в этом Казахстане, в котором мы живем, или организаторы что-то не досматривают. Но по факту, ребят, смотрите, за мной народа вообще нету. В 12 часов 30 минут сегодня играет Россия-Латвия, хоккей. А, как вы видите, с правой стороны вход от вас, людей абсолютно тоже нету. Ни здесь людей, ни там людей нету. Что самое интересное, в кассе билетов тоже нету. Как с этим разбираться, на самом деле, непонятно. Придешь с сыном, придешь с друзьями посмотреть хоккей, приехали с России. Мы пришли смотреть хоккей, билетов нету. Как попасть? Или вы с этим разбираетесь, или что-то делаете. Но на самом деле коррупция, она, блядь, никогда здесь не погасит. Ни на Чимбулак попасть невозможно, ни на хоккей попасть невозможно, никуда невозможно попасть. Даже в кассе кассир КЗ билетов не существует. А здесь никого нету. И внутри арены тоже, блядь, никого нету. И как смотреть на это все? Идиотизм.